Упавший на коляску снег убил малыша. Трагедия произошла в одном из городов Ханты-Мансийского автономного округа. В дежурную часть поступило сообщение от скорой помощи, которая доставила в больницу двух детей. По словам медиков, на тот момент один из них не подавал признаков жизни. Как оказалось, 9-летняя девочка катала в коляске 2-летнего мальчика у подъезда дома. На их беду в это время с крыши сошла снежная лавина. По предварительным данным, в результате несчастного случая мальчик погиб на месте, а девочка получила телесные повреждения. Полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.